Мыло, посылка, а мыло, о. Давай ее посмотрим. Так, начнем с вот этой палочки. Качественная бумага, люблю ее полупать. Так, не отметается. Достаем. Вот палочка. Чтобы перемешивать крем, потому что пластмасса не рекомендует мешать крем. Продолжаем дальше. Вот у нас в таком кулечке, что у нас тут, дышит. Открываем. Так. Открываем. Вот и нашли. Тут уже две батарейки. И открываем. Вот она от Эми Мишемы. Давайте их включим, потому что они работают. Включаем. И сейчас у нас будет 0-0, я так понимаю, да? Вот. Включаем и ложим. Так, вы видите, 0-0. Давайте попробуем сейчас залезть. Например, у меня есть... Например, у меня баночка спортивная. Давайте ее взлезем. Не хочет. Мы возьмем конфетки. Одну секундочку. И у нас получилось 13,85 грамм. Давайте... Будем осматривать другое упражнение. Выключаем. Складываем. Так, тут еще есть бумажечка. Это что находилось в посылке. И смотрите, оливом. Оливом здесь одинаковый. Вот оливом тысяча. Одинаковый. Люблю эти песни. И вот она уже стала смотреть этого ольмова. Отлаживаем. Так, и теперь самое интересное в нашей посылке. Это такой вот наборчик. К нему уходит кисточка, ложечка, чтобы мешать крем. И ложечки, мерные ложечки. И одна чашечка, тарелочка, можно назвать. Не знаю, эти ложечки связаны с шапочкой. Сейчас посмотрим. И пушистая мягкая кисточка. Сейчас посмотрим. Выкинем на начало кисточки. Кисточка очень качественная, не гнется нигде. Мягенькая. Будем наносить масочки. Продолжаем дальше. Вот у нас мерные ложечки. Вот три мерных ложечки. Одна у нас на 15 грамм, миллилитров. Вторая у нас на 5. А третья у нас, я так понимаю, на 2,5. Так. Вот такая ложечка. Шпатин. Она очень гладкая, ей будет удобно крем и наносить, мешать или наносить на руки. И вот такая вот тарелочка, чашечка, как ее называть. В ней можно делать крем. И я забыла еще вам показать. Бумага. Лакмусовая бумага. И чтобы измерять
Пашка Яма. Мы входим в набор 10 палочек вот этих бумажных. И вставляешь М, и потом сравниваешь, каким она цветом. И ты узнаешь, какой Пашка Яма. Ну как все, наша посылка закончилась. Пришло все вовремя, в хорошем качестве. Я пошла по пятибалльной системе, я поставлю этой посылочке и этому сайту 5 баллов. Плюсом. Заходите на этот сайт, покупайте, и вы не будете об этом жалеть. Ставьте лайки. И сами вы не шагал. Всем пока-пока! С вами была посылочка от Мыла Оп. Заходите на этот сайт и расскажите о нем друзьям, советуйте. Пока!